Перечислять его титулы можно долго. Достаточно будет сказать, что он легенда отечественного баскетбола. Заслуженный тренер России Евгений Гомельский. Я считаю, что я фамилию не уронил. Как, будучи уволенным с тренерского поста, он продолжил руководить командой на Олимпийских играх? Тренеры бывают только двух видов. Кого уволили и кто будет уволен. И почему считает, что все его титулы и награды принадлежат жене Татьяне? Я всем говорю, что у меня супруга праправнучка поэта Некрасова. 10 фотографий с Ариной Шараповой. В пятницу в 23:15 на телеканале «Звезда».